Я там съемки веду, думаю, кто нам мешает. Даже фамилия есть. Друзья, смотрите, какой классный аппарат. Давайте я лучше эти машины разгоню нафиг, чтобы такая красота встала. Вон, я сейчас видели, позову, они там стоят, скажу, в чем дело? Оставьте так, вас никто не оштрафует. Нормально. Главное, чтобы вас не поцарапали. Нормуль. Здорово, вы откуда? Это перекрути руль, я чуть-чуть надо подвинуться. Можно вас отвлечь? Да, чуть-чуть. Чуть-чуть буквально. Я тебе чуть-чуть вверх сломал. Я могу вам даже помочь. Так ты на этом, ты на тормозе стоишь. Я просто болею такими машинами. Ну конечно, ну давай. А что, как я могу тебя толкнуть, если ты тормозишь? Апостол! Более-менее, по крайней мере. Слушай, так. Наши товарищи будут просто пищать. Тут две девушки машину паркуют. Не, наши соответственно, мы просто... Как бы... Нас все смотрят в России. Не, правда, ничего, что я вас покажу. Скажу, какие вы молодцы. Мы уже первое место заняли, нет? Нет, еще. Еще нет? А вы уже газанули, прогазовались, да? Вот так вот, я весь день в офисе работал. Привет хоть передайте. А, передаем привет. Передаем привет всем. Вот такие у нас сегодня аппараты по Санремо ездят. У вас же оригинальные номера, правильно? Да. Я посмотрю, у нас камеры есть, что висят. Но вот здесь вот, видите, не оригинальные номера. Вот ласточка. Stavo mettendo in posa. Questo apparato обалденный, видите, оригинальные номера. Ладно. Пойдем работать.